папа пришел? Пока не пришел. Он придет? Ну, конечно. Обязательно приедет. А узнает, что мы здесь? Конечно. Ты ему звонила? Мы разговаривали. И он назвал меня, знаешь как? Как? Снежинкой. А, тогда это он. Ну ладно, все. Ложись спать. Нет, мать, теперь твоя очередь. Ярик, сынок, тебе ведь тяжело будет. Нет, мам, мне не будет тяжело. Хорошо. Так, ну-ка поднимаемся быстренько. Чего валяемся-то? Ну давай, давай, вставай. Давай собирай свои манатки. Чего ты здесь разлегся? Чтобы я тебя не видел здесь больше. Давай, пошел, пошел. Есть хочешь? Нет, ночью есть вредно. Значит так, ты сиди здесь, хорошо? Я пойду что-нибудь куплю. За вещами посмотри. Смотри, только не уходи никуда. Сиди здесь, хорошо? Да не волнуйся ты, придет твоя мама, никуда не денется. Есть хочешь? Давай, угощайся. Садись ко мне. Вот так вот. Не торопись, не торопись. Никто у тебя ничего не отнимет. Так, уважаемые, документы предъявили. Меня зовут Аркадий, а тебя? Ярик. Ярослав, значит? Нет, Ярик. Ну ладно. Все, сынок, будем прощаться. Мама вернется, обязательно вернется. Смотри, никуда не уходи, жди ее здесь. Это ваш ребенок? Нет. Ну давай, просыпайся. Ты чей? Папин и мамин. И где твоя мама? Не знаю, мама за пирожками пошла. Ага. Давно? Нет, недавно. Откуда ты знаешь? Ты же спал. Я только заснул. Она ушла, и я заснул. Заснул, говоришь? Послушайте, что вы пристаете к ребенку? Не видите, вы его пугаете. Я его мать не вижу.
Зато я видела его мать и могу подтвердить слова этого мальчика. А моя мама проходила. Ого, сумки нет. Это мама забрала. Эй, а ты куда? А вдруг мама придет? Если придет, передать, что я в туалет. Здравствуйте. Вот тот ребенок заблудился. Говорит, мать на вокзале. Займитесь, пожалуйста. А я, извините, опаздываю, мне я тороплюсь. Подожди, на каком вокзале? Не знаю. Я его первый раз вижу. Извините, у меня абсолютно нет времени. Вы поймите, мне бежать надо. Ну все, малыш. Пока. Ты чё? Нафига ты его сюда припёр? Потеряшка. Потеряшка? Найдётся. А мне его куда? Здесь что теперь? Детская комната милиции? Я вам, воспитатель, не нанимался. Мое дело, мама. А мне его куда? В клетку. Короче, я тебе его сдал. Сам решай. Блин. Алло, дед-приемник, 17-й пикет Октябрьская на связи. Потеряшку заберите. До лет 5-6. Когда? А чё, раньше нет? Хорошо, хорошо, ладно, хорошо. Почему один в метро? Ехал к папе на стройку. Издалека ехал? Да. Что да? Я тебя спрашиваю, откуда ехал? С вокзала. С кем ехал? С мамой. А где мама? Потерялась. Она в метро у тебя потерялась? Нет, на вокзале. На вокзале? На каком вокзале?
и на Казанском. Ладно. Приедут за тобой. Разберутся. Гражданин начальник. А чайку бы нам горяченького, а? А то тут холодно у вас. Ага, с вареньем малиновым. Командир, ну отпусти меня. Я уже трезвый. Тихо сиди. Я осознал. Исправлюсь. Больше не буду. Я тоже больше не буду. Да заткнитесь вы, а. Слушай, командир, а может договоримся, а? Не понял. Что значит договоримся? Тебя что, плохо обыскали? Так мы еще и обыщем. Да нет у меня ничего. А я говорю, обыщем. Все, тишина в обезьяннике. Тебя как зовут? Ярик, а вас? У меня Борис. Но друзья зовут меня Блэкджек. Блэкджек? Друзья зовут меня Блэкджек, потому что я играю в карты на деньги. Иногда не вполне честно. А как это? А вот так. Опаньки! Это он тебе дал, да? Он тебе дал? Отвечай! Он тебе дал! Откуда у тебя это? Отвечай! Это он тебе дал! Отвечай! Он тебе дал! Отвечай! Отвечай! Он тебе дал! Отвечай! Ты что, козел, делаешь, а? Отпусти пацана! Первый, я пятый. Зайди. Буйный! Ты чё, а?
наступающим Новым годом, милая девушка. Взаимно вас так. Спасибо. А можно мне вот эту булочку? Что значит можно? Плати деньги. Есть. Вот мне только рубль. Этого мало. Потеряшки. Мы. Где мальчик? Сбежал. Ну, пока вот с этим разбирались, мальчишка сбежал. Давай найди его. Найди, говорю, он мне нужен. Замени меня. Что здесь делаешь один? Потерялся? Нет. Я за мамой смотрю, чтобы она не потерялась. Не замерзли. Алло. Да, да, я уже здесь. Да, около магазина. Ну ладно, все, давай. Thank you.
Я подойду, прошу. Мальчик, ты кушать хочешь? А что ты хочешь? Печенье хочешь? А вы знаете, где эта улица? Мне туда надо. А, это рядом. Посиди здесь, я за печеньем, я тебя довезу. Договорились? Все. Все, приехали. Вон твой дом. Спасибо. Не за что. Беги и больше не теряйся. Взял. Точно? Ладно, подожди, сейчас проверю. Ну, вот они. Дим, а может не пойдем? Че ты мелешь-то? Пойдем. Неудобно, нас ждут. Пошли. Тебя, котенка. Мурочка. Ну что ж, Ярослав,
мудрый. На, вытрись. Ярослав грязный. О. Подожди. Дай-ка. О. Ярослав чистый. Ну, пойдем. Ярослав. Находчивый. Заходи. А с Муриком можно? Можно. Заходи, заходи. Чаю хочешь горячего? А варенье есть? Малиновое пойдет? Да. Давай, давай. О. Вот это ваше. Надо же. Не потерял. Спасибо. Это подарок моей жены. Представляешь, что бы она с нами сделала, если бы мы их потеряли? А это что такое? Много будешь знать, скоро состаришься. Пойдем чай пить. Пошли, пошли. Так. Опа. О, видишь? Дед Мороз уже приходил. О, а я думал, потерял. Жена звонила 6 раз. Занята. Ну, давай, иди купаться. А я пока чаек организую с вареньем. Так, наденешь вот это? Это за девчати. Ну, какая разница? Думал, это мне Дед Мороз принес. Ну, извини, он же не знал, что ты тут будешь Новый год справлять. А как он теперь меня найдет? Ну, не расстраивайся. В следующем году 2 подарка получишь. А подари мне это. Извини, старик, не могу. Это оберег. Он меня от врагов защищает. А кто меня будет от врагов защищать? Какие у тебя враги? Ты еще маленький. Так. Мне на вокзал надо. Не получится, старик. Сегодня Новый год. Дорогие друзья, через несколько минут наступит самый любимый, теплый, традиционно семейный для нас праздник. Новый год. Для каждого из нас это особое торжество. Это праздник мечты. Давай, ешь. Таких раз. Я пить хочу. Пить, пожалуйста. Пить есть. Объединяет чувство принадлежности к одной большой семье. Боишься? Которой... Мы сделаем все возможное, чтобы детей было так больше. И чтобы они были счастливы. Еще? Все. Счастья вам. А так. Удачи. И себе, Игорь. 2007 годом. С Новым годом! С новым счастьем! Чук.
Ладно. Давай тогда ложиться спать. Да? Сначала выспимся, потом вылечим простуду. Окей? Окей. Все, спи. Здравствуйте. Уходите. Ты кто? Я Ярик. А я Марина. Ты вообще думаешь хотя бы иногда, что ты делаешь? Прекрати, ничего ужасного не произошло. Да ты дочь неделями не видишь, а тут привел. Слушай, хватит, а? Что хватит? Бомжей стал на улице собирать. О чем ты вообще думаешь? Ведешь себя как мальчишка. Я ж тебе объясняю. Он не бомж. Он просто потерялся. Я ведь сам детдомовский. Знаю, что это такое. Когда ты никому не нужен. Когда равнодушие вокруг таких же людей, как мы. Слишком хорошо. Помню это. А если у него чесотка? А если он больной какой-нибудь или заразный? Тебе же 30, а ты... Что ты молчишь? Да нет, меня просто в милицию замели. А Ярик... Мам, ну чего? Иди в мою комнату. Мам, я хочу Айком перекладываться. Я кому сказала? А ты не кури при ребенке. Это твой котеночек? Мой. Я его на улице нашел. Он ничейный. А где папа и мама? Не знаю, потерялись. А моя мама никогда не теряется. Ты котеночка оставь, я его молочком буду его кормить. А тебе мама разрешит? Моя мама разрешит, потому что она добрая. А только ты его не выбрасывай. Ты куда? Я пошел искать маму и папу. Подожди. Ярик, подожди! Ярик, подожди! Ну что, мне убросить его теперь? Ярик! Ярик, подожди! Подожди. Наверное, мама нашла папу, а меня найти не может. Так, подожди. Садись ко мне в машину. Я отвезу тебя сейчас на вокзал, хорошо? Мир замер на миг. Звук. Да. Скомканный крик. Сегодня? Странная. Да вы что? Ладно, ладно. Давай. Я сказал, успею, значит, успею. Тронулся лед. Сейчас на вокзал заскочу только. Нет. Казанский. Мне не уйти. Что, прямо сейчас? Никуда не деться. Ладно. Ладно. Давай, я скоро. Сейчас развернусь так. Чувствую боль. Чувствую боль в области сердца. Нет, не убежать. Никуда не деться. Я чувствую боль.
Здорово. Здорово. Ну что, покатаем под Новый год, а? Отлично. Это что за чудо? Здравствуйте. У тебя вроде дочка была. А может, это от другой? Не ваше дело. Пойдем. Пойдем, пойдем. Ответ.
В карты ты умеешь играть? Нет. Держи. Да мы тебя сейчас научим. Тебе? Цифры знаешь? Какие у тебя есть цифры? 9. Один? Нет, вот так вот. Прям. А вот так вот. Сделай еще. У вас. Вот так и бывает. На здоровье. С Новым годом вас. Отлично, молодец. И банкуй сегодня. Лечи. Ну и? Что это было? Новогодний развод? Ладно, Боренька. Я вижу, парень, ты серьезный. Хочешь потягаться, давай потягаемся. В американский покер. Один на один, по-крупному и без каталова. Ни я, ни он не видели. Поедем. Подожди, подожди, тихо. Позже поедем. Уйди. Я удваиваю. Борису, что я уехал на вокзал, хорошо? Ночь шуршит над головой, как вампира черный плащ. Мы проходим стороной, эти игры не для нас. Пусть в объятиях темноты бьется кто-нибудь другой. Мы свободны и чисты,
проходим стороной. Вот я домой ушел. Но смеяться я не прочь. Лишь пока светло в небесах, лишь пока не наступит ночь. Нет, все нормально. Пацан на вокзал уехал. Тебе чего, мальчик? Это мое место. Да? Но я здесь давно сижу, никого не видел. Я просто в туалет ходил. Ну что, Робинзон, пошли. Я не могу, я здесь маму жду. Ну и где мама? Она пошла за пирожками и пропала. Угу. Постой, во что она была одета? Она в красное пальто и белые сапожки с каблуками.
Маму Елена зовут? Захарова? Да. А вы что, знаете мою маму? Где она? Знаю. Пошли. Я спал, и у меня чуть шапку не украли. Бывает. Я? Иди садись сюда. Я все понял, да. Хорошо, я перезвоню. Пока. Как тебя зовут? Ярик. Ярослав, значит, да? Нет, Ярик. А мать Захарова Елена Андреевна. Смотри, это она. Что там у тебя с детприемником? Дозвониться не могу. Занято все время. Может, в интернете сидят. Сволочи. Я могу идти? Нет. Займись им. Как ты займись? А что мне с ним делать? Ну, придумай что-нибудь. Хотя, знаешь что? Посади-ка его в пятую. Там, где у нас армян без регистрации. Я думаю, человек он приличный и ребенка не обидит. Давай, действуй. Старик, присмотри за парнем. Иди, сядь сюда.
Можно я посмотрю? Это кто? Это моя мама. Она умерла. Но папа так и не приехал за мной на вокзал. Это большое горе, сынок. Хочешь, мы сейчас поплачем вместе? Ну? Тебя как зовут? Ярик. Ярик Джан, знаешь, один умный человек сказал, снег не может идти все время. Когда-нибудь обязательно выглянет солнышко. Понимаешь? Не плачу. А хочешь, я тебе один фокус покажу? Иди сюда. Давай. Вот сюда, давай. Смотри. И внимательно. Так, раз. Для моего дорогого гостя Ярика армянский народный танец шалако. Рам-пам-па-дим-там-тим-там-там. Рам-пам-па-дим-там-тим-там-там. Рам-пам-па-дим-пам-пим-пам-пам. Рам-па-дим-пам-пам-пам. Рам-пам-па-ди-да-ди-да-дам. 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 Дам-па-ди-да-дам-дам. Его зовут Гурген. Это мой тезка. Хочешь попробовать? Давай. Давай. Ай, молодец какой. Там тарим там тим там 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 тари дам дам там 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 тари дам 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 там там тари да 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 там там тари да ни да там тари да ри ду ду. Пойдем со мной, Ярик. Я помогу тебе найти твоего отца. Иди, мой мальчик. Тебе же надо папу найти, да? Моя мама не умерла. Нет, она всегда будет вот здесь у тебя. Понял? Да, мой мальчик. Иди. Оставь себе. Теперь у тебя есть друг. Ярик, раздевайся. Рот открой, высунь язык. Здесь зуб болит? Нет. Точно? Только немножко. Ладно, зуб мы трогать пока не будем. Сейчас тебе сердечко послушаем.
Повернись. Сделай вдох и не дыши. Нормально. Мы нашли твоего папу. Правда? А где он? Далеко. Ты хочешь к нему полететь? Да. Есть одна проблема. Какая? Маленьких детей не пускают одних в самолет. А я с тобой не могу полететь. У меня работа. С тобой полетит мой друг. Он тебе поможет найти папу. Пойдем, мы тебя покормим. Давай. А это точно этот адрес? А ты точно его брат? Че, поклясться, что ли? Да не, не надо. Только фотки у него забери и нам завези. Это материалы дела. Какие еще фотки? Там, где он с родителями. О, ерунда. Пусть оставит. А нашу? Наш фотограф его мать на месте трагедии фотографировал. Какой трагедии? Какой, какой? Ах, под пояс она угодила. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам по поводу мальчика. Какого мальчика? Ярика. Ярослава, которого сегодня... Что? Кто вы такой? Как вы сюда попали? Я родственник его. А, родственник? Да. А где он? Он сбежал. Как сбежал? Когда? Вот так сегодня сбежал. Черт. А что теперь делать? Вы знаете, вы напишите заявление по месту жительства. Вот в милиции, в отделение милиции. Вам там помогут. Я думаю, что помогут. А вы знаете что? Если что-нибудь будет о нем известно, сообщите мне, пожалуйста. Да, хорошо, хорошо. Подождите. Что еще? Подождите, подождите, это же вы. Это же вы приезжали за ним на Октябрьскую. Вы приезжали за ним. Уйдите отсюда. Это же вы приезжали за ним. Вы приезжали за ним. Где Ярик? Я знаю, что его привезли сюда к делу. Да вы успокойтесь. Как вы говорите, мальчика зовут? Ярик Ярослав. А, нашлась мама и забрала его. Какая к черту мама?
Какая к черту мама? Его мать погибла! Вы лжете все! Где Ярик, я спрашиваю? Где Ярик? Приехала мать и забрала его. Если хоть один волос упадет с его головы, я тебя найду, не знаю, что сделаю, ясно? В ночь, в непроглядную ночь, ты уходишь один, и я не в силах помочь. Капли дождя, капли минут не согреют меня, эту боль не уйму. Нет, нам не уйти, никуда не деться. Я чувствую боль, чувствую боль в области сердца. Нет, не убежать, никуда не деться. Thank you.
Мама! Вы отведете к нему? А куда мы идем? А мне вот там сказали, что мама умерла. Вот ее фотография. Мне было очень грустно. Я любил маму, и она меня любила, и папа ее любил. Папа я снежинка называл. Не знаю почему, но он ее любил, но мама больше. Ветер свищет за окном, утонул в снегу наш дом, тучи скрыли небосвод, вьется снежный хоровод. Как же этот лес найти?